По меньшей мере, жизни 12 человек унес шторм Киаран, обрушившийся на Западную Европу. Большинство были убиты упавшими деревьями. Рекордный по силе ветер, скорость которого достигала 200 км в час, вызвал транспортный коллапс. Премьер-министр Франции Элизабет Борн, посетившая нормандский город Кан, отдала дань памяти погибшим. Tempête, elle est maintenant derrière nous, mais vous savez qu'il y a d'autres perturbations qui sont annoncées. On déplore deux victimes décédées et puis on a 47 blessés. Donc tout d'abord, moi je tiens à dire tout mon soutien, toute ma solidarité aux victimes, à leurs familles. В Италии ураган унес жизни 6 человек. Двое пропали без вести. В Тоскане введено чрезвычайное положение. С высоты регион выглядит как огромное пространство воды и грязи.